Борьба Украины против коррупции не менее важна, чем против иностранной агрессии. Об этом заявил заместитель госсекретаря Джон Салливан. Сегодня политик прибыл в Украину. Он уже встретился с президентом Петром Порошенко. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и активизацию двустороннего партнерства. Говорили и о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы направить миротворческую миссию ООН на Донбасс.